А сюда чего не зайдет? Я ему квартиру не говорил, он из милиции у меня. Мало ли что в голове. Попадет тебе. За дело. Доедем. Домой? Нет. Пить везешь? Выходи, Муму. Я вот все-таки думаю, что и Ринго Стар, и я, мы где-то находимся на одной стезе. Не знаю, кто из нас там вальсок лучше лупит, но с палочками у нас все в порядке. Вот так вот. Ребят, спасибо, что собрались. Здравствуйте. Это Катерина. Вы знаете, какие проекты и каких артистов она продюсирует. О, стул. Спасибо. Я хочу всех представить. Это барабанщик. Стас, достаточно. Не суть. Я очень быстро. Значит, ребята, дело такое. Мой продюсерский центр готов заключить контракт. Но условия такие. Первый год – рабство, только зарплата. Второй год – зарплата плюс проценты. Снимем пару клипов, солянка, клубный тур – пару раз ставлю вас в телек. Ну, а телек формирует популярность. Ну, а потом посмотрим. Пацаны, это реально круто. У нас туда, кроме парочки исполнителей, никто и не пробивался. Слушайте, я Женя, продюсер группы. Директор. Администратор. Нас интересуют условия формата. Мы работаем только с попсовыми командами, так называемый поп-формат.
Телек другое не интересует. А только телек формирует популярность. Ну, а популярность – это деньги. Я же говорил. Ну, я не знаю, ребята, может, у вас какая-то другая формула шоу-бизнеса? У вас когда артисты выступают и вообще за это платят? Стасик нравится девочкам. Хорошо поет, двигается, смазливый, молодой. В ноты попадает, а сейчас это большая редкость. Ну, а как вы знаете, девочки делают 90% всех денег в нашем бизнесе. Поэтому готовим проект под него. Под кого? Под Стасика, что ли? Вы вообще меня слышите? Я готова взять проект только под Стаса. 11-го фестиваль, там и презентуем. Да, да, в Беларуси. Объелась картошки. Очень смешно. Да, буду. Сынок. Ты прости меня. За что? За все. Это я у тебя деньги украл. Я свое здоровье угробил. В переделку эту попал. А ты извиняешься. А я извиняюсь. Почему? Вот будет у тебя свой сын. Пора место ставить. Деньги дают под меня. Это факт. Но зато это реально Москва. Крутая контора. Шанс выбраться из болота. Ну да, там все деньги крутятся. Опять же, этот фестиваль. Там эта баба рулит, она в жюри. Ну? Кто не согласен, ну, простите. Зразумела. Ты чего? Знайду інший гурт. Макс, ну в самом деле, чё ты? Я хочу займаться белорусской музыкой. А Москва мяне не цікавіць. Тым больш гэта здрада. Не мы зрабілі гэты гурт. Ему сейчас не до этого. Да иди ты, Стас. Женя, Вован. Ну не нравится мне эта баба. Ну пережует и выплюнет. Он может, Стасик останется. А мы? Он же нас первыми. Не, ну с другой стороны, Гриша, это же реальный шанс. Когда еще такое предложат? Да переживу. Ну, Гриша, ну! Да не останавливай ты их. Белорусы гордые. Им кучу золота насыпь, все равно нос воротить будут. Поэтому в заднице и сидят. Сидят и ноют. Ребята, ну это же реальный шанс пробиться. А мы еще посмотрим, где окажется, ладно? Гитарку забери, Микита. Хорошо. Ну все. Адьё. Ну чё вы? Ушли, ушли. Меньше балласта будет. Да нас эта продюсерша на руках носить будет. Может, ты и прав.
Ну что, я проставляюсь? Давай, змей. Вот с тех пор, когда сам готовлю, всегда так делаю. Держи. Осторожно, горячий. Вкусно. Эти наркоманы, небось, тебя так не кормили. Нет. Никита. Давай договоримся. Мы родные люди. Мы близкие люди. Мы мужики. Но у нас же женщины есть. Мам, сестра. Отвечаем как-то за них. Да я понимаю. Сынок, если тебе вдруг, ну, захочется пары спустить, погулять, скажи, я пойму, денег дам. Но чтобы я знал. Прошу только одно. Не наркотики. Не криминал. Слушай. Если вылезет это все. Ну, что я влез. Да пес с ним. Не, ну я честно. Ничего не помню. По-моему, картошка готова. Кто это был? Девушка. Ничего не ловится. Пойду я спать. А ты? Я посижу чуток. На работу не пошел? Нет. Взял отгул.
Вась, мне в универ надо заехать. Подбросишь? Я могу подождать. Папа. Не надо со мной нянчиться. Все, я все понял. Живем нормально. Но я вернусь, обещаю. Прошу предоставить академический отпуск. В связи... А напишем, как есть, в связи с состоянием здоровья. В связи с состоянием здоровья. Дата, подпись. Хочется сделать вам приятно. Речь не обо мне. Принеси нам кофейку. Прямо вижу. Как вы довольны. Опять будешь поясничать. А, Никита, погоди. Добрый день. Добрый, погоди, погоди. Что-то ты... Здравствуйте. Здрасте, на пары? Не появляешься? Ну, какой сюрприз, да? Уходить собрался. Но вы как бы поступили на моем месте? Не знаю. Право, не знаю. Есть и плюсы. Я могу делать все, что угодно, и наказание хуже, чем у меня есть, уже быть не может. Не стоит. Не стоит так говорить. Чтобы стать свободным, надо быть прокаженным. Вы понимаете. Я решила уволиться с работы. Буду больше проводить времени с сыном, ходить с ним по врачам, помогать ему во всем. Света. Я решила. Решила, так решила. Так он и глупостей не наделает и будет под присмотром. Так он с ума сойдет. Пожалуйста. Не надо его сейчас трогать. Свет. Ну, что-то в самом деле. На. Попробуй кусочек. Угадай, кто? Пятая реинкарнация Будды. Женщина не может быть реинкарнацией Будды. Жаль. Зато я могу быть реинкарнацией чего-то другого. Как родители? Не убили? Да, родители у меня что надо. А тебе нравится такой запах? Что это? Это сандал и немного мирры. Угу. А раньше такое масло было только у королей и махарадж. А сейчас вообще у кого попало? Ты куда? Не скажу, догони! Ну ладно. Оля!
Я лечу, лечу, ты чувствуешь? Подожди. Ну вот, и тепло. Класс, у меня сестра бегунья, так за ней реально не угонишься. Что-то случилось? Тут медицинский центр недалеко. Там группа собирается по моим проблемам. Хочешь, зайдем? Ну, а чего прятаться? Может, это интересно. Да уж. Но мне интересно. Ты сумасшедшая? Да. Ну ладно, давай. Пошли. От кого СМС? Да это мой врач прислал. Здравствуйте, можно? Заходите, пожалуйста. Еще я хочу обратить внимание, что если у вас возникают проблемы на работе из-за ВИЧ-статуса, обращайтесь, поможем с юристом. А, и вот еще. Запишите адрес стоматологии. Визитку пускаю по рукам. Во-первых, хорошо лечат, но, во-вторых, нормально относятся к ВИЧ-положительным. А теперь о грустном. Действительно о грустном. Помните Юлю? Еще недавно она ходила в нашу группу. А что с ней? Она в туберкулезном. Слишком поздно начала принимать терапию. Все боялась. А теперь еще и туберкулез. Как она? Нормально, держится. У кого будет время, навестите. Ее это очень поддержит. Слушай, врачи сказали, навестим. Бациллового деления нет, ну так что к ней пускают. В нашей команде новый член. Как вас зовут? Никита. И моя подруга Оля. Никита, если у тебя есть тема какая-то для обсуждения, предлагай. Мы обсудим все, что тебя волнует. Тут все свои. А если, конечно, ты еще не готов, ну, мы начнем с того, что сами расскажем о себе. А о чем обычно рассказываете? Ну, о всех проблемах, которые связаны с диагнозом. Почему нужно принимать лекарства? Когда нужно начинать терапию? Почему нельзя ни в коем случае прекращать ее прием? Ну и почему иногда приходится менять схему приема лекарств? Ну и такие вещи, как, например, рассказать своему партнеру или партнерше о своем статусе. Как поделиться с родными о том, что случилось с тобой? И, конечно, мы приходим просто пообщаться. Кстати, по поводу неформального общения. На этой неделе, на выходных, мы собираемся выехать на природу. Ну что, сойдемся? Сойдемся. Я когда только узнала, о диагнозе, я все время в перчатках ходила и летом, и зимой, и даже дома. Зачем? Заразу боялась передать. Ну, я читала, конечно, что ВИЧ так не передается, но все равно чувствовала себя как прокаженная. И только здесь поняла, что жизнь все равно продолжается. Хорошо. И помните о правиле конфиденциальности. Твой дом? Да. Спросить хочу. Хочешь, спрашивай. Ты почему со мной общаешься? Нет, я серьезно. Тебе что, не страшно? Нет. Слушай, не надо обманывать. Да я не обманываю. А если я тебя заражу? А мне все равно не страшно. Ладно. Завтра пойдем в тубдиспансер. Навестим ту девушку. Хорошо. Завтра приезжает твоя сестра. Говорить, не говорить? Ну, говорить, конечно. Пусть лучше от нас узнает. Правильно. Только, мам,
пожалуйста, не надо под меня подстраиваться. А кто подстраивается? Я не подстраиваюсь. Все нормально? Мама, мама. Ой, я испугалась. Может, чайку подлить? Спасибо. Алло? Алло, Никита! Здорово! Выгляни, пожалуйста, в окно. Никита! Здорово! Здорово, Никита! Слушай, Никита, давай, давай к нам! Никита, не-не-не, Никита, мы пришли давай. К тебе, так что давай ты к нам. Это Гриша и Макс. Уже поздно. Может, завтра? Пусть идет. Ого, идет! О, Никита! Привет, не прошло и полгодины. Здорово, дружище! Здорово, осторожно, пирог. Привет, Ань. Ну, может, они в дом зайдут? Не мешай. Предупреждаю, мы уже выпили, но нам одной оказалось мало, поэтому... Па-бам! Ну, у меня закусочка. А у нас стаканчиков нету. Так я сгоняю. Да не надо, будем пить с горла. Гриш, ну я... Никита, будем пить с горла. За нас, давай. Давай. Садись, давай, садись, давай, садись, давай. Итак, друзья, мужчины, за нас. О, пирожочек есть. А у меня к тебе новость. С этого дня группы «Перфект» не существует. Угу. Застались я только Стасик с продюсеркой. Да ладно? Да. Нам сегодня сделали великодушное предложение. Стать пажами его величества папсы. Но мы его послали куда подальше. Угу. Так мы теперь безработные музыканты. Ну, точняк. Знаете, не жалко. Но он когда пришел, все гнить начало. Нифига не жалко. Жалко только, что песню последнюю не спел. Хорошая была песня. Так не бачу проблемы. Цветочки прикольные. Где нарвала? Очень смешно. О, дай виноградник. Не, не трогай. Девушки. А я что, не девушка, что ли? Не, ну ты в больнице не лежишь. Ладно, я попрошу у нее. Ладно. И? Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Молодые люди, только недолго договорились. Хорошо. Да, хорошо. Зачем? Выйди, пожалуйста. Ладно.